Юные самарцы вовсю знакомятся друг с другом. Совсем скоро им предстоит проводить вместе целые дни. Новые друзья, первая любовь. На улице Горной после масштабной реконструкции открылся детский сад. 13 лет назад его закрыли из-за отсутствия детей в этом районе. Сначала здание было перепрофилировано, а потом пришло в запустение. Из областного и городского бюджетов выделили более 82 миллионов рублей на его реконструкцию. И вот детсад распахнул свои двери для 100 воспитанников. Все новое, все такое красивое, ребенку сразу понравилось. Да и мне тоже. Я думаю, что ребенок будет в такой сад ходить с удовольствием. В последние годы при поддержке правительства в Самарской области в губернской столице было создано почти 16 тысяч мест в детских садах. Это и строительство новых зданий, реконструкция недействующих садов, открытие дополнительных групп в уже существующих садах и проект частно-государственного партнерства «Билдинг сад». Год назад мы уже имели, в очереди оставалось у нас 2200 детей по городу Самаре, а сейчас 3500, снова в очереди. Почему? Потому что родилось больше людей, детишек больше, и они подошел тот возраст, который надо принимать детский сад. Нам еще предстоит несколько лет в этом плане работать очень активно. Такое хорошая, может быть, такая хорошая демографическая прибавка, она обязывает нас очень внимательно относиться к проектированию школ. Это следующий этап развития детей, поэтому эти две проблемы, они взаимоувязаны. Эта работа обязательно будет более интенсивно, скажем так, реализовываться в нашем городе. Для этого у нас есть все необходимые возможности. Сбавлять набранные темпы областные и городские власти не собираются. Уже в этом году откроется более 2000 дополнительных мест для дошкольников. Как отметил глава администрации города, важно не только наращивать скорость, но и качество работ. Детям все самое лучшее. Марина Матвеевична, Павел Пресняков. События.